В Лиге Европы завершился второй тур, рассказывая о результатах расписаний таблицы. Группа А. Бодо Глимт подкрался незаметно и победил Цюрих 2-1. Норвежцы не выигрывали до этого 3 встречи. Швейцарский соперник уступил 5-й раз подряд. Матч Арсенала и ПСВ перенесен на 20 октября. Друзья, как вы думаете, справедливо, что англичане заставляют все команды начинать матч с минуты молчания и носить траурные повязки? Таблица. Бодо Глимт набрал 4 очка. Арсенал имеет 3 очка. У ПСВ 1, Цюрих последний. Третья команда выйдет в Лигу конференций. Третий тур группы состоится 6 октября. На вашем экране пары команд. Группа Б. Динамо Киев уступила АИКу 0-1. Динамо потерпела 6-е поражение в 7 играх. Похоже, что тренер хочет свалить. Знак вопроса. Рен Фенербахче 2-2. Французы 5 игр не знают поражений. Таблица. Рен Фенербахче набрали по 4 очка. У АИКа 3. Динамо без очков. Третий тур запланирован на начало октября. Группа С. Бетис победил Лудогорец 3-2. Испанский клуб выиграл свой третий матч подряд. Болгары месяц не знали горечи поражений. Это первое фиаско за 9 игр. Рома выиграла у АИКа 3-0. Римляне дома играют великолепно. Родные стены 20 игр защищают от поражений. Таблица. Бетис 6 очков. Лудогорец и Рома имеют по 3, у Хика 0. Следующие матчи 6 октября. Группа Д. Юнион Мальмё 3-2. Бонифас с учетом квалификации забил 6-й гол в Еврокубках. Брага Унион 1-0. У португальцев серия из 9 игр без поражений. Таблица. Брага Юнион уходит в отрыв 6 очков. Унион и Мальмё остаются без очков. На вашем экране расписание следующих игр. Группа Е. Манчестер Юнайтед впервые прилетел в Молдавию и победил Шериф 2-0. Шериф терпит первое поражение за 10 игр. Реал Сосьедад обыграл Амонию 2-1. Амония проигрывает третью встречу к ряду. Таблица. Реал Сосьедад набрал 6 очков. Манчестер Юнайтед и Шериф имеют по 3 очка. Амония на последнем месте 0. В третьем и четвертом туре Шериф сыграет с Реал Сосьедадом. Космический результат подготовила группа F. Фейнорд разгромил Штурм 6-0. У голландцев серия из 6 игр без проигрышей. Метюлан нанес крупное поражение Лацио 5-1. Датский клуб выиграл впервые за 4 матча. Таблица. Победители первого тура проиграли. Значит, у всех команд по 3 очка. Следующие 2 тура Штурм сыграет с Лацио, а Метюлан с Фейнордом. Группа G. Карабах обыграл Нан 3-0. Азербайджанцы на своем поле не уступают 19 матчей. Фрайбург в клюве унес 3 очка из гнезда Олимпиакоса. 3-0. Немецкий клуб 6 игр не знает поражений. Таблица. Фрайбург имеет 6 очков. Карабах и Нант делят второе место 3 очка. У Олимпиакоса 0. Следующий тур лидер группы проведет с Нантом, а Карабах сразится с Олимпиакосом. Группа H. Монако, Ференцварош 0-1. У венгров 6-я победа подряд. Это какая-то черчесовщина. Трабзонспор взял верх над Цервеной звездой 2-1. Турецкий клуб проиграл до этого 2 последних матча. Таблица. Ференцварош 1, 6 очков. Трабзонспор и Монако имеют по 3 балла. Цервеная звезда занимает последнюю строчку. Список лучших бомбардиров и ассистентов. Игрок Фейенорда Хименес забил 3 гола. Игры следующего тура пройдут в четверг 6 октября. Наши выпуски по-прежнему уходят при вашей поддержке. Благодарю. Ставьте нравится. Услышимся.